Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы продемонстрируем вам, как можно активировать меню AMG на машине GLA приборка IC172. Вот так это выглядит при открывании двери, снятии с охраны машины. Подключаем наше VDMA, включаем Якут, соединяемся с приборкой. Как уже сказал, машина у нас 2015 года, приборка у нее 172. Не забываем про 500 протокол на обмен данных. Проверяем ошибочки. Смотрим денты в машине. Вводим мануальное кодирование, ручное кодирование. Вводим команду для блокировки. Получаем ответ. Вводим сеткей. Дальше у нас уже коммерческая информация идет, что и как меняется. Все это делается через ОБД разъем. Ничего не разбирается. Примерно минут за 30. Производим кодирование. Вносим нужные нам изменения для отображения меню AMG. Делаем сброс блока. Далее любуемся уже полученным результатом. В вечернее время уже снимаем. При включении зажигания отображается меню круга, время круга. Все с руля это можно кнопками осуществлять. Температуры. Видно здесь, что можно включить ESP. При такой активации правильно работает кнопка ESP, то есть оно адекватно реагирует, отключается и включается как положено с отображением ESP. Вот видим, что отключено ESP. Также можно кнопкой активировать его обратно. То есть все работает штатно, как положено. Видно отображение на панели. Температуру масла, воды и трансмиссии показывает. В следующий раз постараемся до того, как активировали меню AMG. Приборку заснять и после. В будущем покажем, как на GLA сделать то же самое. С похожей приборкой 172 приборки ставятся на многих автомобилях. Ну, собственно, и все, что мы хотели вам показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.